Друзья мои, это гора Камича. Камича означает на итальянском рубашка. Неизвестно, почему она называется рубашка. Видимо, белая обычно. Потому что обычно рубашки белые, и жители деревень внизу, с северной стороны этой горы, считали, что она напоминает рубашку своей белизной. А вот на удивление, все несчастные случаи здесь происходят вот на этой горе. Вообще, по вершинам этих гор, значит, смотрим, вот это Камича, Прена, башни Казановы, потом Бранкастелло и потом гора Аквила. По вершине, ну а потом Малый Рог и Большой Рог, Гран-Сассо, самые высокие горы. По самой Рог. Рог. Причем. Рог. Да. Mm. Не Рог, не Малый Рог и Большой Рог, а Рог. Так вот, по вершине этих гор идет тропинка. Называется тропинка Чентинарио. Мы ходили на один кусочек этой тропинки, мы прошли по горе Бранкастелло. Это было очень страшно и очень опасно. Знаете, пропасть справа, пропасть слева. Мы ничего не снимали в тот день, потому что для нас наша жизнь важнее, чем съемка. Вот. Но многие ходят даже зимой по этой тропе, и все время происходят несчастные случаи. Например, 25 декабря, вот на Рождество, здесь погибло трое людей. Двое пацанов молодых, вот примерно на этой горе упали, и одна женщина, профессиональная альпинистка, упала на горе Аляквила, там вдалеке. Но... Вот гора Камича, гора Рубашка. Посмотрите, как красиво тучка, облачко находится на груди этого великана. Отсюда гора кажется маленькой, это уже гора Прена. А горы кажутся маленькими, но их высота больше 2,5 километров, почти 3 километра, и стены практически вертикальные. За ними, кстати, Адриатическое море находится. А вы, товарищи, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик и напишите в комментариях, в какой регион Италии вы хотите, чтобы мы поехали. Мы сейчас находимся на самой вершине горы Парадизо. Мы сюда дошли пешком. Это было очень сложно, очень крутой подъем, большой перепад высот. Это было сложно, но мы дошли до самой вершины Монте Парадизо. Райская гора, она называется. Вот эта гора называется Рубашка. Adesso noi scendiamo dal Monte Paradiso. Giulia corre giù, è così felice di andare via dalla questa vetta, mentre io sono molto felice ad essere qua. Mi piace molto la panorama. E lì Giulia sta camminando giù, anch'io devo camminare con lei. Кампо императоре. Questo è l'entrata al canyon sul Campo Imperatore. Noi abbiamo camminato tutta la giornata, siamo stanchi, ma molto felici. Sottoscrivete il nostro canale,
La giornata oggi era molto bellissima. Suonate il campanello, i vostri commenti giù. Fate un like, per favore. Venite in Abruzzo, venite su Campo Imperatore. Un bel luogo, anche abbastanza civilizzato. Non è troppo pericoloso qua, ma un po' sì. Ma non lasci in pace nessuno.